Всем привет, мои дорогие! С вами снова Таурус 2190, который проходит такую легендарную игрушку про синего человечка, который усовершенствовался до версии 2.0. Ну, собственно, да. Этот маленький человек постарел на год, стал более способным. Но, к сожалению, все зависит в данный момент от моих кривых рук, которые не позволят ему так же рьяно осуществлять добрые дела, как бы он это сделал самостоятельно. Вчера мы прошли стадию Эйрмана, вчера мы прошли стадию Вудмана, и надо думать, что делать дальше. У меня получил заказ на Хитмана. Я теперь киллер и Хитман. Хитман постарел, он больше не годится для своей работы. Но я не знаю, сразу же ли его проходить или нет. Давайте подумаем, смотрите. Вудмен, человек-дерево, да? То есть человек-лес, человек-дерево. Что может быть... против кого может быть хорошо дерево? Против пузырей? Не знаю, блин. Против огня, не знаю. Дерево может загореться против огня. Металл тоже порежет дерево. Вспышка. Не знаю, может там будет полено какое-то, которое будет давить всех вокруг, но... Короче, ребята, я сейчас действительно буду... проходить блайнд, потому что, бляха-муха. Я не знаю, что мне делать, потому что... Я знаю одно, что Квикман — это просто шило в заднице. Вы посмотрите на его улыбку. Кстати, он чем-то на Элекмана похож внешне, вам не кажется? И такая музыка тревожная в главном меню. Так, ладно. Блин, я не знаю ни одной считалочки, чтобы... Давайте я посчитаю, блин, я не знаю, какую-то надо фразу сказать. Ладно, не помню сейчас ни одной фразы. Короче, блин, флешмен, все, мне все равно. Я не знаю, может быть это плохой выбор, может быть это тяжелый враг будет для меня, но я ж не буду так просто тормозить, правильно? И еще одна крутая уровня. Кстати, мне кажется, что во второй части Мегамена уровни более крутые стали, более подходящие под стадию и вообще более красивые сделаны. Вроде движок игры, ну, не знаю, можно ли говорить в случае NES-овских играх, игр про движок, существует ли вообще такое понятие, но... Уровни, мне кажется, прорисованы красивее. Так, я сейчас где-то бегу, и я не понимаю ничего. Это, блин, это, как я скольжу-то, а? Я не могу, что мне делать? Капец. Так, я хочу это взять. Нет, я не буду лучше это брать. Вон какой прикол. Значит, по-любому нам надо было какую-то стадию пройти, типа Гатсмана, который смог бы вот это вот... убрать с нашего пути эту неприятную преграду. Так, хорошо, что они стоят спиной к нам. Ага, отлично, и жизни есть. В общем, у нас жизнь хороша. У нас поет душа. И вот эти вот лупы, не знаю, что-то такое. Гвоздики с глазками нам не страшны сегодня более. Так, сюда нельзя. Ага, и вот наверх как-то ж подняться можно было. Да блин, я не могу. Тут как в стадии Айсмана я скольжу очень весьма ощутимо. Главное, чтобы не оказалось, что вообще... Так, ага, я могу и так его бить. Главное, не оказалось бы, что я вообще без какой-либо нужной силы смогу пройти. Хотя нет, в принципе, уровни, наверное, сделаны изначально так, что их можно пройти даже нашим основным оружием. Нет, это ж такого, эти роботы тоже тут существуют. Они теперь стреляют, они усовершенствованные. Мама, родная моя, боже мой, что они со мной делают? Эти ребята меня хотят убить. Так, аккуратно. Вот, ну, блин, какой запутанный, что-то даже вроде лабиринта. Главное, что... Стоп! Есть одна идея. У меня есть небольшое подозрение, что у нас последняя жизнь. Нет, одна еще есть. Так, что-то я немного в нос сейчас говорю, да? Я как-то и не замечал до этого. Так, ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Что ж с вами делать? Я не могу, блин, я скольжу и, блин, не знаю, ладно. Ух ты, это кто такой? Хорошо, что мы не там, потому что, мне кажется, это гусеноподобная вещь. Так, ну, он здесь не... Нет, ха-ха-ха-ха-ха, вот так вот, давай, что ты... Ой, стоп, ты еще всадник. Блин, это ж такой же, как в первой части был, да? Хорошо. Музыка, кстати, еще раз напомню, что в первой части Мегамена, что в последующих очень приятная. Опа! Ха, круто, правда? Мне кажется, сейчас какой-то секрет возьму, не? О! Вот! Третье отличие. Второй части Мегамена от первой, я помню, что это такое. В общем, это в английском языке называют Energy Tank. Вот, типа какая-то энергетическая
емкость, которая при использовании мгновенно возвратит нам все наши жизни и все силы, которые мы получили. То есть это надо хранить на боссов особо сильных и под конец игры. Это, кстати, очень классная вещь, очень классная. Тогда придется в критический момент это использовать и во время босса, например, когда ты почти его добил, и у тебя нету жизней. И, собственно, чтобы это работало все. А, мне придется возвращаться. А я думаю, если я умру, не потеряется этот контейнер энергетический? Ладно. Ну давай, прыгай на меня. Не можешь ты ничего. Не можешь, слабак. Ой, нет, стоп, стоп, ты не слабак, ты не слабак. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. А, ай-яй-яй. Давай, 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 давай. Ай, зараза. Так. Ну, по крайней мере, смотрите, я без смертей дошел до босса. По-моему, это довольно-таки круто. Ну, блин, опять я скольжу. Почему-то мне кажется, что этот босс мне не понравится. Вернее, мне кажется, что я не понравлюсь этому боссу. То, что он мне не понравится, это никого не волнует. Важнее то, что я не понравлюсь ему. Блин, ну... Это такой будет прикол, если действительно дерево сработает против него. Но я в это не верю. Контейнер, конечно, не буду использовать. Так, ну ладно, флешман. Покажи, на что ты способен. Так. Ой, ой, ух ты ж. Кажется, я помню его из летсплеев. Он останавливает время. Я, если честно, я не понял, работает или нет против него Вудман, но почему-то мне кажется, что нет. Просто я ему или вообще не нанес урона, или даже не попал в него. Я просто не знаю, как действует это оружие. Все, не действует, понятно. Спасибо большое, ребята, за пояснение. Так, надо сейчас подпрыгивать. Я знаю, я видел, как этого босса проходят люди. Нормальные люди, не в нубы. Не так проходят вообще-то. Вот так вот. Не, не так. Опять не так. Да что ж такое? Есть! Блин, круто! С первой попытки не умер. Я прошел флешмана своим обычным оружием. А, почему мне кажется, что вторая часть легче, чем первая? Ну, хотя бы начало, потому что... на третьей стадии, наверное, я уже фейлил. Я не помню, какую стадию проходил третьей в первом Мегамене, но... Во-первых, эта игра, наверное, будет длиннее. Таймстоппер мы теперь получили. И мы превратились в остановщика времени. И сообщение снова от доктора Лайта. Наш добрый бородатый с белоснежной бородой. Прям как, не знаю, как снегом покрытый. Предмет 3 завершен. Вы получили ваше оружие. А, да, приготовьте ваше оружие к боеспособности. Я вооружен с предметом 3. Я не пойму, я еще что-то получу? Ничего не пойму. Ладно, ладно, разберемся. Главное, что, в принципе, все проходит пока более-менее. И я даже как-то не нервничаю пока. Ну, тьфу-тьфу, сейчас, ну, сглажу опять же, ну, как всегда. Ладно, останавливаюсь и продолжу сейчас же. Итак, I am ready. Я действительно ready. Значит, хорошо, у нас есть два оружия, которые мы еще не применили против каких-то боссов. То есть, шанс повышается, что это сработает против какого-то из следующих боссов. Квикмена, мне кажется, надо ставить на последнего, потому что какой-то он... А давайте Баблмен, я хочу попробовать полопать пузыри. Ух ты, какой типочек, зеленый. Лягушачья морда. Ой-ой-ой-ой-ой. Это водопад. Круто сделано, красиво. Но, блин, у меня немножко глаза болят от такого водопада. Эй-эй-эй. Ух ты, нифига себе жабы. Больше Мегамена. Это, не знаю. Наверное, такие жабы были в первобытные времена. И странно, почему она выпускает из своего рта лягушат. Странно, не правда ли? Отлично. Еще чисто одна жаба, которая скинет меня обязательно в воду. Вот я так и знал, что... Они любят ставить вот кепкам в самых подходящих местах. Так, надо... Аккуратно. Почему мне кажется, что эти штуки будут падать? Ой, как... как я угадал, капец. Так, аккуратно. Спускаемся по... Ух ты, полностью весь уровень это водопад. Красиво, красиво сделано. Так, дело в том, что я не могу пригнуться и ударить тебя. Улитый. Так, хорошо, ну вас нафиг. С вами еще возиться. Потому что я вас не могу убить, это правда так. Так, мы под воду уходим, а мы можем дышать? Вдруг мы сейчас задохнемся. Так, нет, блин, мне кажется, какой... А, ну, давайте попробуем, а то что-то... вроде как оружие есть, а ничего не... Так, Эйрман не работает. Так, 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 так. А кто может работать? Нет, что мы получили? Мы получили силу...
Ух ты, прикольно. А, стоп, стоп. Эй. Стоп, как отключить это? Как отключить это быстро? Офигеть какой-то просто. По идее, это как-то должно было отключиться. В общем, я останавливаю время. Представьте, как круто было бы боссов мочить с этим бонусом. Офигеть просто. Так, это мы... Я вам показывал, что это такое, это нас везет. Но у нас еще какой-то третий предмет дали. Ну, то есть, видите, возможностей в этой игре действительно стало больше. Вот, посмотрите, эта штука прыгает, и я, по идее, могу на ней стоять. Офигеть придумали. Игра намного, кстати, разнообразнее стала, да. Я думаю, она может быть даже интереснее, чем первая часть. Не знаю. Так, морские коньки с реактивным двигателем. Так, наверное, стрелять надо, чтобы... Так, надо взять. Отлично. Вот на таких врагах можно отлично с жизнями. Так, еще мне, знаете, что кажется, что мне нужно каким-то образом... Так, сейчас давайте завалим это. Не попасться на вот эти вот, не знаю, блин, пики. Не пики, как-то колючие шары, что ли, скажем, да? Ага, отлично. Убили. Полные жизни, но, блин... Опять же, в Samurai Ninja Cats я падал на всякие острые штуки. Я просто потерял немножко жизни, а вот тут... Так, аккуратно. В меру прыгать, аккуратно. Так, стоп. Так, как-то убить надо вот эту штуку. Отлично. Так, спокойно. Отлично. Стоп. Замечательно. Пока что. Все, аккуратно. Ой. Блин, что делать? Ой, умру же сейчас. Хорошо. Так, коньки. Вот, ну вас не хватало только, понимаете? Вот. Хорошо. Так, так, аккуратно. Блин. А вот, да, этот уровень посложнее, вероятно. Вернее, не столько посложнее, сколько опасней. Опасней. У меня поступило несколько заказов, действительно. Я сегодня, наверное, запишу, не знаю, ну, эту часть понятно, что я сегодня выложу Мегамена. Так хватит! Коньки, блин, горбуньки, ё-моё, водоплавающие твари. Все, убил. Ну, дай мне жизни, хорошо, хотя бы так. Ну, на жизни не осталось. Прикол вот в чем, понимаете? Я случайно только что использовал контейнер. Ну ладно, хотя бы показал вам что-то такое, но просто жалко. Эту вещь можно было хранить вообще для будущих уровней. Так, идем дальше. И тут жаба, блин, еще и под водой. И тоже плюется. Зараза. В общем, сегодня, наверное, выложу еще Nuts and Milk. Пару частей, может, пройду. Не знаю, обещать не буду. Вот. А дальше... О, мы вынырнули, пожалуй. Да, тут мы прыгаем не так высоко. Крабы прямо с неба на нас падают. И в этом нет ничего хорошего. Так, Nuts and Milk и еще какую-то, наверное, третью буду параллельно игру проходить из ваших заказов. Кто-то мне просил, чтобы я прошел Флинстоунов. Кто-то, чтобы я прошел Черного Плаща. И еще разные всякие игрушки. Так, ну что, пробуем. Попробуем Вудмена против Баблмена. Ага, и главное нам снова не попасться. Так, что ты умеешь? Так, стоп. Не работает нифига, да? Ну, отпускайся. Нет, все, вообще не работает. Что еще есть? Не, это мы точно пробовали. А у нас нету силы флеша. Ёшкин матрёшкин, а... Так, блин, да, придется обычными своими силами валить. Нет, придется не своими силами валить, а придется начинать все с самого начала, я так подозреваю. Просто я не могу увернуться от его вот этих выстрелов. От пузырей, да, еще можно как-то увернуться. А хотя и так можно увернуться. Боссы в этой игре, мне кажется, легче, чем в том Мегамене. Ну, нет, конечно, наверное, я все-таки ошибаюсь. Да, жаль, конечно, жаль. Давайте я все-таки вернусь. Вряд ли вам захочется снова смотреть, как я с самого начала прохожу. Давайте я вернусь до босса и возобновлю. Так, я снова здесь. Снова получилось пройти, не потеряв ни одной жизни. Кроме того, я нашел дополнительную жизнь. Теперь у нас 3 жизни, 3 попытки пройти этого босса. Надеюсь, что не придется использовать всех их. Вот, блин, я просто думаю, если я не могу... Как мне использовать флешмена?
Понятия не имею, если честно. Вот, ладно, сейчас будем пробовать. С богом. Может, все-таки правда пробовать флешпина использовать? Я не знаю, чем это может помочь, конечно. Ну, допустим, допустим, хорошо. Кстати, мне кажется, в этой игре намного чаще выпадают жизни. Так. Ну, и что, а как мне... Ну... Офигеть какой-то. Ну, хорошо, блин. А что мне это дало, мне просто интересно. Это, наверное, пробегать можно, но я думаю... Почему-то я думал, что это, в принципе, должно как-то... Чтобы, ну, могло отключаться само. Странно вообще. Так, надо все равно побеждать этого чувака. Так. Потому что он же не из самых сильных боссов, я так думаю. Просто обидно, что он жизни тратит больше, чем мы его жизни тратим. Хорошо. Сразу, стой. Мы с ним вровень идем. Так, не совсем вровень, конечно. Есть! Блин, еще одно попадание, и он бы убил меня. Отлично, мы его убили, сохранив аж 3 жизни сразу наших. Вот это круто. Прикиньте, блин, за 2 части прошел 4 босса, и думаю, в этой части еще одну стадию могу пройти. По-моему, эта игра полегче, я не знаю, чем первая часть. Но, блин, я как-то слишком самоуверенный в этом плане, ну. Бабл лид мы получаем. Теперь мы сейчас станем... А чё не зелеными, чё серыми мы стали? Это ж вроде как пузырный человек, он был зеленый такой, и там вода грязная, в рязке вся. Я думал, мы тоже будем зелеными. Ладно. Так, останавливаемся и продолжим. Мы снова здесь. Так, Хитмен, Металмен, Крэшмен, Квикмена все-таки хочется напоследок оставить. А, блин, я не знаю. Давайте, мне кажется, Хитмана. Наконец-то, я же хотел его в этом видео убить, этого легендарного киллера. Блин, он похож на коробку какую-то. Файерман как-то грознее оказался. Но я помню, что Файерман был... Да, действительно, еще одна огненная стадия. Аналогия с... Понятно, с кем, с Файерманом. А ну-ка. А, прикольно, кстати, бонус так. И мало вообще энергии на него тратится. Можно использовать. Потому что я как-то, действительно, в первой части редко использовал бонусы. Так надо хотя бы сейчас. Слабые враги какие-то, я не знаю. Так, главное, меня не скиньте в лаву, потому что это instant death. Ага, так вот, да, вот такие прыжки мне не нравятся абсолютно. Еще из этих дыр канализационных они вылетают. Нет! Понятно. Зараза-то, а? Ах, зараза-то, а? Ладно, сейчас попробуем кое-что сделать. Не знаю, насколько это получится. Так, смотрите. Не, мне кажется, что-то не получится, потому что мы не сможем стрелять. Ладно, сейчас попробуем. Понятно. Стоя, понятно, все понятно. Нас сбивают. Да ну зара... Ой, блин! Как не повезло, что меня ранили сейчас, капец, просто... Да... Ребята, делайте так почаще. Вы меня выручаете очень сильно. Сложный прыжок. Прыжок. Хорошо. Тьфу ты, блин. Неприятный момент был, кстати. Довольно-таки неприятный. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Отлично. Они, а еще так катятся прикольно, прямо по стенам, по потолку, наверное, тоже может. Прикольное оружие. Так. Почему? Я так и думал, блин. Так, стоп, надо запомнить. Раз. Сразу же прыгать, значит, надо. Хорошо, сейчас. А, и все, надо прыгать, сейчас, хорошо, я понял, легко. Отлично, все замечательно. Ну сейчас же второй экран, как всегда. В лучших традициях Айсмана. Только теперь это Файерман. А не, не пришлось. И жизни у нас есть, замечательно просто. Ой, господи,
Вы это видели только что? Твою мать, меня убил баг игры. Ну, еще две жизни есть, но, блин, это так глупо было. Меня тупо вытолкала платформа, которая появилась, блин. Я не знаю, я когда пытаюсь выйти из этого меню, я случайно жму Е. Если бы сейчас еще один был Energy Tank. Так, аккуратно. Да, тут как нежданно-то и негаданно. Хорошо. Так, ой, убить, уйдите, 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 демоны. Уйдите, демон, мне на круг нарисовать. Как Ви. Так, а что дальше? Ага. Вот это аккуратно, просто сейчас прыгну реально так. Отлично, хорошо получается пока все. Более-менее. Но неприятный, но все равно, да, уровень такой хитрый, скажем так. Хитро вышморганный, есть такое слово. Почему мне кажется, что туда и надо было идти? О, вы что, издеваетесь надо мной? Так, все-таки я рискну. Я рискну. Полетели. У-у-у! Офигеть! Вот это жестко было. Вы это видели? Я даже не захотел жизнь брать. Блин, офигеннейший бонус. Классно. Супер. Это было красиво. Мне очень понравился этот момент. Я не хочу туда. Ай, блин. Может, Эрман что с ним может сделать? Отлично! Отлично. Черт с тобой, блин. Ну, с первой попытки убил этого робота. Это замечательно. Все, и сразу же сейчас будет босс. Так, включим Баблмана на всякий случай. Я не знаю, насколько пузырь действенный против жара. Хида, я в прошлый раз сказал, что это тепло. Все-таки это, по-моему, жара переводится. Фух, ну что, ребята, с богом. С богом. Если это такой же по сложности... Как прошлый, как Файермен. Так, 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 катись, катись, катись. Есть, работает, работает, ребята, работает. Ребята, работает. Кстати, босс-то легкий. Босса-то просто так можно убить. Просто уворачиваешься и все. Офигеть просто. Как я круто прохожу эту игру, ребята, поздравьте меня. Я, возможно, у меня скилл появился. У меня появились какие-то навыки после первой части. Мне кажется, я лучше стал играть, как считаете? Блин, супер просто. За два видео 5 боссов убил, блин. Это просто рекордище из рекордища, из рекордища, из рекордищ. Атомный огонь мы получаем, ребята. Блин, неужели мы сейчас дополнительно еще оружие какое-то от Доктора Лайта получим? Офигеть просто. Реально, эта игра предоставляет больше возможностей. Даже она, возможно, чем-то интересней, разнообразней. Так что да, я получаю наслаждение. Надеюсь, вы тоже. И... Блин, я тупо сейчас прошел нескольких боссов подряд, которые дали нам все, наверное, вспомогательные штуки. То есть 1, 2, 3, 3 помощи разных видов, да? Вот. Ну, это помимо оружия боссов. Итак, у нас остался Квикман, Металмен и Крэшман. Пожалуй, посмотрим, с кого начнем. А сейчас я заканчиваю. Спасибо всем, ребят, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте оставляйте комментарии, ставьте лайки. Для меня это важно, для вас... Да тоже важно, потому что... Не, ну как сказать? Мне кажется, от количества подписчиков возрастает моя ответственность к работе. И я стараюсь как-то комментировать более качественно, заниматься этим делом более качественно, чтобы вас не подводить. Поэтому да, давайте, ребят. Спасибо, что смотрите, продолжайте смотреть и оставайтесь на линии.